Здравствуйте, мои хорошие. Приехали мы на дачу. Сейчас я вам все покажу. Снег еще лежит. Нас затопило. В общем, полный трэш. Воды на участке очень много. Смотрите, сколько снега. Все в снегу. Воды очень много. Даже нашу бытовку затопило, потому что вот 2 недели назад выпал снег. Я тебя не снимаю, Маша. Выпал снег, естественно, он лежал на крыше, потом стал таять, и все это потекло. В бочке вода растаяла. Сейчас покажу, какой у нас здесь вообще собственный пруд есть в конце участка. Смотрите, как у нас здесь вода стоит. И что с ней делать, как от нее избавиться, непонятно. Вот соседний участок, да, там вообще воды нет. Сухо. А у нас море воды. Видите, вдоль забора. Может, какие деревья посадить? Здесь вообще наводнение. Сколько воды. Там у нас рябина. Осенью мы посадили. Смотрите, сколько воды. Здесь, наверное, не знаю, 30 сантиметров, а то и больше. Но на соседнем участке, видите, березы. Может, из-за берез там нет столько воды. Мы-то все деревья здесь убрали, которые у нас были на участке. Поэтому, ой, вот мои грядки высокие. Интересно, как там лук поживает с чесноком. Я же в зиму сажала лучок и чеснок. Ну, снег растает. Все вам покажу. Вот здесь вот высокие грядки. Ну хорошо, снег уже, знаете, такой. Осталось ему совсем чуть-чуть полежать. И он, конечно, сойдет. Он сырой-сырой прям. Еще толстый, стой, смотрите, я беру ногу. Да, еще толстый. Я-то думала здесь. Вот тут посмотрите, какой свой снег. Где земля? Земля, земля. Смотрите. Сегодня 8 апреля. Здесь у нас слива. Я не знаю, пора раскутывать их, нет? Или пусть они стоят пока в таком виде. Мне кажется, уже можно раскутать. Я надеюсь, что больше морозов не будет. Будет только тепло. Здесь, по-моему, вишня. Это ведро мы повесили от кротов. Не знаю, помогает. Нет. Это, по-моему, груша или яблоня. Еще одна вишня. А это многострадальная яблоня, которую обглодали зайцы. Не знаю, выживет, не выживет. Вот так она выглядит. Все ветки поломаны, обглоданы. Когда снег сойдет, наверное, будет видно. Что с ней? Конечно, ей придется подлечить, вот эти ветки обрезать и замазать. Ран нет, прям под ствол обрежу и замажу.
И вот здесь еще у нас одно деревце, это груша. Вот как-то так у нас. А, пойдемте еще покажу воду. Ой, я уже здесь, похоже, вся мокрая. Потом выложу видео, смонтирую, выложу видео, покажу, как нам делали воду. Вот видите, вот там под синей бочкой, вот здесь, под замком, у нас вода. Вот там сделали скважину. Вот эта вот глина как раз-таки из этой скважины. Мы ее раскидаем там, где вот у нас ямы вдоль забора. Вот такой у нас участок. Небольшой, но наш. Вот здесь въезд. Ой, скорее бы снег сошел. А снег сойдет, будет грязь, наверное. Тоже. Не знаю, как лучше. Видите, сколько воды. Плавайте, одним словом. Пойдемте, я покажу вам в домике. Сколько воды. Все достает. Сушить. Вот, смотрите. Видите, сколько воды. Сейчас будем все протирать, убирать. А вода текла вот отсюда. Вот видите, даже здесь видны капельки. Хорошо, хоть кровать не намочила. С этой стороны все хорошо сделали. А вот с этой стороны, со стороны входа, похоже, щели на крыше. Поэтому у нас вот такое здесь половодье. А вот здесь, в этих мешках что? Я чуть не помню. Иди отсюда, не мешай. Все, меня выгоняют. Все, я вам показала, мои хорошие. Берегите себя и до встречи.